Отличная видимость, сухое дорожное покрытие и работающие светофоры. Это ДТП произошло на оживленном перекрестке в 7:20. По данным госавтоинспекции, автомобилем Peugeot управляла женщина. Она двигалась по Гоголя. Lexus под управлением мужчины по Советской. Из-за столкновения последний выбросила на обочину. Японец оказался в метре от пешеходного перехода и едва не повторил судьбу страшного ДТП на Георгиевском, где под колесами БМВ оказалась пешеход. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Повреждения получили только машины. По факту проводится проверка. По предварительной информации, девушка не уступила дорогу мужчине. По заключению медиков, в момент происшествия оба водителя были трезвы. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.